В Бюро национальной статистики предупреждает граждан не использовать приложение онлайн-перепись населения 2021 в сервисе Play Market. В ведомстве сообщили, что данная платформа не является официальной. И потому тем, кто пользуется этим приложением, в Бюро не гарантирует конфиденциальность данных. Пройти перепись в онлайн-режиме можно на специализированном сайте sanak.gov.kz. О ходе проведения учетной кампании более подробно в материале Ануара Амангельдинова. Нынешняя перепись населения – третья по счету. Отличается она от двух предыдущих внедрением цифровых технологий. Новый метод как никогда необходим в реалиях нынешнего времени, считает депутат Алматинского городского маслихата Асия Аканова. Пандемия коронавируса внесла коррективы в нашу жизнь. Сейчас многие, скажем так, плоскости нашей жизни приобретают цифровой характер. В связи с чем проведение переписи населения в онлайн-режиме, оно, наверное, отражает переход цифровое время. Однако не каждый может воспользоваться преимуществом цифровых возможностей. Необходимые для этого гаджеты отсутствуют у многих пенсионеров, поэтому для них по периметру всего города функционируют специальные пункты поддержки. Только в одном Ауэзовском районе таковых насчитывается 36. Хочу пройти здесь онлайн-перепись, так как это удобно и безопасно. Перепись населения будет. Прошла перепись онлайн. Очень удобно, быстро и практично. Участвовать в онлайн-переписи не только удобно, но и выгодно. В социальном центре Бахтот-Басы ценными призами поощрили тех, кто раньше всех проявил свою активную гражданскую позицию. И для того, чтобы этот процесс шел активнее, мы благодаря нашим спонсорам проводим лотерею, вот, чтобы стимулировать. Мы приготовили очень много сюрпризов, чтобы активнее этот процесс шел. И сегодня вот мы решили пригласить и отметить тех, кто в числе первых принял участие в переписи. Мотивация дает свои плоды. Среди регионов Казахстана Алматы лидер в онлайн-переписи населения. На сегодня в мегаполисе приняли участие более 100 тысяч человек. Всего в республике онлайн-перепись прошли свыше миллиона граждан. Ануар Амангельдинов, Мирей Конопьянов, телеканал «Алматы».